с глазами вампира. Дарья Мороз поражает своими изменениями после развода. Актриса полюбила дерзкие эксперименты с внешностью. Все привыкли видеть Дарью Мороз блондинкой со стильной суперкороткой стрижкой и элегантным макияжем. Но актриса легко соглашается на самые разные предложения режиссеров и давно уже доказала, что не боится самых смелых экспериментов с имиджем. Особенно часто на такие эксперименты актриса стала соглашаться после того, как развелась с Константином Богомоловым. Многие отметили, что она удивительно помолодела и похорошела после расставания. Даже одно время подозревали, что она сделала себе пластическую операцию. Дарья молчать не стала, отбрила скептиков. «Отвечаю раз и навсегда. Я за естественное взросление тела и лица. Точка. Я уверена, что ухоженная чистая кожа красива сама по себе и не требует дополнительных вмешательств. Достаточно вечернего очищения и ухода. Вот и весь секрет». Так сейчас Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Instagram снимок в неожиданном образе от фотографа Ольги Тупоноговой Волковой. Артистка позирует в белом платье и с ярким розово-алым макияжем. Она изображает музыканта Дэвида Боуи, известного своими шокирующими перевоплощениями. «Как ни крути, я очень люблю персонажность и эксперименты с внешностью. Круто, когда эту любовь готовы поддержать. Бови Бёрд», – прокомментировала Мороз. «Пластика шикарная, просто супер!» Восхитились поклонники актрисы. Они оценили смелость любимой артистки. Похвалили артистизм Мороз, ее пластику и харизму, и работу фотографа, которая смогла уловить перевоплощение актрисы. Другие подписчики признались, что даже не сразу узнали кумира. Настолько эффектной и яркой получилась фотография. «Глаза как у вампира, зато оторваться от снимка невозможно», – прокомментировали они.